Натя в головешку. Всех с одного выстрела, а? Ну почему переаттестацию нельзя сдать по вот этим результатам? Бюрократы. Помогите, пожалуйста, помогите. У меня свадьба. Если вы по поводу постановочной драки, то мы этим уже не занимаемся. Нет, нет, тут другое. А, если не хотите платить за ресторан, то спецназ уже на другом заказе. Раньше надо было. Нет, нет, у меня все гораздо серьезнее. А, серьезнее. Бывший приехал на свадьбу. А ты сам ничего сделать не можешь. Ну, могу помочь, но за отдельную плату. Нет, нет, нет. Вы можете меня в камеру посадить? Ого. Одного или с невестой? Одного. Вот, держите. Дней на 10. Да, пожалуйста, если прям так. Проходите. Пароль от Wi-Fi нужен? Да, нужен. Плюс 200 гривен. Плюс 200 гривен. Пожалуйста. Так. Пишите английскими буквами. Плюс 200 гривен. Без проблем. Привет, мой любимый. Вот ты где. Вот это тебя парень угораздило. Что вы с ним сделали, козел рогатый? Да, ничего они со мной не сделали. Это я сам. Я сам с повинной пришел. Сам? С повинной? Я не хотел тебя обманывать с самого начала. Понимаешь, я очень заядлый преступник. Да? Да, да, да. За эти все его злодеяния ему придется отсидеть 10 дней. Ну, а потом его в карцер посадят, преступника такого. Это так прекрасно, что ты пришел с повинной, сам. О, семейную жизнь нужно начинать с чистого листа, ты молодец. Я тебя дождусь. Гражданочка, вообще-то здесь находиться нельзя, здесь следствие идет серьезное, будьте добры. Прощальный поцелуй на прощание. Какой скромный, это так прекрасно. Ёлки-палки, ты что, до свадьбы слепой был? Да нет, мы по интернету познакомились, я вообще гулять так не хожу, в барах не знакомлюсь, а тут такая красавица. Да я видел. Да нет, она в интернете фотографию какой-то актрисы выложила. Это я потом уже понял. В ЗАГС там вот это пришло. Да, все беды от этого интернета. Все, сажайте меня в карцер вместе с ним. Когда? За что? А я вас, его охранника... Что, убила? Нет, изнасиловала. Лучше бы убила. Так что я теперь не невинная, а винная. С повинной. Любовь моя. Нет, 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 нет. Да, 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 да. Спускайся, зая. Сядь. Что, что? Что я делаю? Она ж так просто не угомонится. Видимо, это любовь. Фу. Спускайся, я без тебя жить не могу. Слушай, жених, а ты уже ресторан оплатил? Оплатил. Дубок. А как называется? Дубок. Дубок называется. Дубок. Спускайся. Нет. А вот оно. Петренко, значит, бросай все дела и давай в Дубок. Что значит, какой повод? У меня друг женится. Давай. Наша семейная лоза. Помогите. Помоги. А, точно, помочь надо. Горько! 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 На троих! Так, ну, как себя чувствуете, голубчик? Лучше, доктор. Но очень колени чешутся. О, чешутся коленки. Помните, как у меня яички? А у вас левая или правая больше чешется? Больше левая. А правая еще стреляет. Подождите, а у меня читалось больше правая. Значит, стреляет, да? Хорошо, давайте вот эти таблеточки, давайте. Они помогут? Голубчик, вот сейчас и узнаем. Давайте. Так. Ага, ага, ага. Очень хорошо. Ну, как себя чувствуете? Колени не чешутся. Прекрасно. Так колени не чешутся? Перестали чесаться. Ага. Только левый глаз не видит уже. О, левый глаз, пошло осложнение. Осложнение. А как насчет правого?
А правый только дергается. Хорошо, отлично. Но пока видит. Пока. Пока видим, да? Давайте пометим, чтобы понизили немножко уровень натрия, да? Как понизить? Ага. А мы можем это сделать прямо сейчас, почему бы и нет. Давайте вот эту таблеточку понизим сейчас уровень натрия, да? А, хуже не будет? А, голубчик, ну откуда же я знаю? Я же не гадалка. Я дипломированный специалист. Давайте, давайте. Очень хорошо. И? Смотрите, а этот растворчик он вообще не почувствовал. Да? Ага, ну, что? Как сейчас? С глазами все в порядке. Зрение вернулось. Ага. Так. Отняло речь! Отняло речь! Так, хорошо. Вы, пожалуйста, не повышайте на меня голос, а вот выпейте лучше вот это выпейте. Это хлорид калия. Угу. И запейте. Ну, пейте, пейте. Вы же не хотите всю жизнь молчать. Угу. Да. Сколько можно на мне тестировать лекарства? Прекрасно! Речь ведет. Я вам что, крыса подопытная, что ли? Голубчик, ну а что вы прикажете? Импортные лекарства нам запретили, а отечественных нет. Вернее, они как бы есть, но они должны пройти ряд проверок. А вы как раз прекрасно подходите для тестирования этих таблеток. Вы можете сказать, Гагарин отечественной медицины. Да. Скорее... Белка и стрелка отечественной медицины! О, смотрите, волосики, начали выпадать. Может, хватит уже, а? Хватит. Знаете, а хватит будет тогда, когда вы оплатите разбитый вами же аппарат МРТ. Очень хорошо. Я нечаянно разбил. И вазу. Вазу тоже. Так, все, я ухожу отсюда, мне это надоело. О, отказали ножки. Ножки отказали. Слушайте, ну это прям вот по инструкции. Вся побочка на нем. Сейчас должны отказать правая рука. О. А вот и левая через 3, 2, 1. О! Прекрасно! Должна отказать. Речевой аппарат. А сейчас он должен описаться. А вот. Да, вот тут неверно. Он обкакался. На троих. Все, Янчик, переоделся. О! Саша, чего ты брюки не надел? Ты ж сама сказала, что мы по пояс только снимаем. Я под одеяло залезу, и не будет их штанов видно. Саша, я тебя полностью этим одеялом накрою с головой. Янчик, ну что ты завелась, я понять не могу. Зачем тебе вообще эта фотосессия? А затем, что у всех моих подружек есть семейная романтическая фотосессия. А то ты на работе, в гараже или на этой своей дурацкой рыбалке. Слушай, Янчик, так может удивим твоих подружек эротической фотосессией, а? Акстись, эротика моя. Наполовину фотографий будет твое пузо. Твое пузо? Это рабочая мозоль. Это пузо от пива. Ладно. Хочешь фотосессию? Я тебя устрою фотосессию. Сейчас я тебя устрою фотосессию. Сейчас. Как вам? Отлично. Слушайте, а можете вот на этой фотографии вместо вот этого сделать мне брюки, а вместо пуза такой пресс, знаете, с кубиками, что прям... Разумеется, сейчас сделаем. Я поставлю свое тело вам. У меня такая заготовочка приготовлена. Вот, смотрите, пожалуйста. А, да. И еще вот можно вот на этой ручке бицуху увеличить? Вот так. Побольше вот сделать. Так? Да. Вот так больше? О, вот так, да, отлично. А, скажите, можно мне грудь увеличить? Конечно, можно. Чуть-чуть, смотрите, чуть-чуть, смотрите, чуть-чуть. Вот сейчас правая еще, и вот еще. Левая. Еще. Все, хорош, остановись. Из-за твоей груди меня не видно. Видно. Вернем. Так, чуть-чуть сюда. О,
Вот так, хорошо. Блин, как классно. А можно я прямо это сейчас в интернет выложу? Конечно, занимайтесь. Классно. Да. Спасибо вам большое, спасибо. Слава, как говорится, фотошопу. Обращайтесь. Да, обязательно. Да. Угу. Ну как? Уже первый комментарий есть. Юлька написала: «Вау, классное фото, просто бомба». А я тебе говорил, у тебя ж муж, голова, о! А, и второй. «Наконец-то ты бросила своего козла. Этот симпатяшка на фото 100 раз лучше твоего бывшего жердяя». Я не понял, это кто написал? А еще один фото супер. «Твой новенький прям мужик, не то что твой страшно жирный муж». «Поздравляю, отличная пара. Рада, что ты рассталась с Сашей». Позови, а? Зай, ну не расстраивайся. Слушай, а у тебя остался номер этого парня в фотошопе? Тебе зачем он? Так просто там еще хочу там поделать фотки, чтобы он там мне что-то там поисправлял. Поисправлял? Я, значит, буду на рыбалке или в гараже. А он тебя здесь фотошопить будет? Ни за что! Так, слышишь, дизайнер, а ну стой! Стой, иди сюда! Верни ее сиськи на место, а мне пузо! На троих! Шалом. Здравствуйте. 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 Чем могу помочь? Мы хотели бы воспользоваться услугой денежный перевод. Вы хотите отправить сумму или получить? Мы хотим получить сумму, но надо отправлять. У меня дедушка заболел. Мы бы поехали сами, но это троюродный дедушка, и сами понимаете, что он нам ничего не оставит, правда, милая? Поняла. Какая сумма? С какой целью интересуетесь? Чтобы указать в декларации. Эти что, деньги обкладываются налогом? Нет, но я должна указать сумму перевода. Мы хотели бы отправить $500. Угу. Да, очень хотели 500, но отправим 200. Я думаю, даже 150 нули. Или 100. Как хотите, мне в принципе все равно, но учтите, что чем меньше сумма перевода, тем выше процент комиссии. Не понял, поясните. Со $150 комиссия будет 10. Ага. Скажите, пожалуйста, если мы отправим $100? Получается $8. Ага. Поэтому выгоднее отправлять большую сумму. Подождите. А этот процент может оплатить принимающая сторона? Да. Ну вот, в таком случае выгодно отправлять меньшую сумму, чтобы мне морочить голову. Хорошо. А скажите, если мы передумаем, мы можем отозвать свой вклад? Да. Пока та сторона не придет в банк и не заберет деньги, вы можете отозвать сумму перевода. Я думаю, что этот старый пердун уже сидит в том банке и ждет наш перевод. Я тоже пердун. Вы просите, отправлять будете или нет? Будем. У меня пришла идея. Записывай меня. Включила? Да. Дорогие наши родственники, мы так переживаем за нашего дедушку, что отправляем вам $500 США, наши кровненькие. Если придет меньшая сумма, все проблемы к этому банку. Вы извините, пожалуйста, но в переводе будет указано, что там $150. Ой, какой-то плохой у вас банк. Скажите, а можно ли... Нельзя! Вы будете что-то отправлять или нет? Будете что-то передавать? Передайте дедушке привет. Всего доброго. До свидания. Ой. Идем, эти деньги нам еще понадобятся. Она хочет нас развести на какие-то проценты. Меня. Ой. Где же этот Рома ходит? У меня трубы горят. Рома! Ай, короче. Не. Что ж я один буду пить? Я ж не алкаш. Добрый день! О, звучит как тост.
мужчина, я спрашиваю, мастер вы? Я мастер, да. Не просто мастер, а лучший мастер. Ай, ну поехали, ну не позорь меня. Так, тихо, сейчас. Смотрите, я хочу, чтобы вы посмотрели нашу машинку, а я вам заплачу. Посмотрел, платите. Да не, я не про это. Чтобы вы ее нормально посмотрели, чтобы вы это... Ну как это? Диагностика. Вот, продиагностировали. Хорошо, сделаем. Ага. Ну поехали, ну не позорь меня. Да подожди ты. Сейчас посмотрим человек, потом поедем. А сколько это будет по времени? Ну я не знаю, где-то часик. Часик. Хорошо, через часик мы и вернемся. Ага. Пошли, давай, давай. Знаю, что ты курить хочешь. Хочу. Сейчас. Сходим в магазин и покурим. Не могу я так. Рома, ты где? Ну что, здрасте еще раз. Как, осмотрели машинку? В смысле, продиагностировали? Да, все в порядке с вашей машиной. Ах, все в порядке, да? То есть и с ходовой тоже все в порядке? Ходовая, во! Я б сам бы так ходил, как эта ходовая. Ах ты ж гад ты такой! Ты ж мне говоришь каждый выходные, что надо ходовую там починить. Ну, так вот и починил. Молодец, Коля, молодец! Ты у меня только и чинишь по этим выходным. Ты ж купил эту машину ни разу, не ездил никуда. Только чинишь, трезвеешь, чинишь, трезвеешь. Так, Аль, во-первых, ты меня знаешь. Я только по праздникам и только под хорошую закусь. А на машине пока повода не было ездить. Так я повод такой устрою, что ты у меня ни капли в рот, понял? Будешь у меня на дачу ездить и к маме моей. Женщина, вы знаете, я вам не все рассказал. Есть в машинке проблемки, есть. Какие такие проблемки? А там низкий уровень тормозной жидкости. Да, критически. Да, я же ей говорю, тормозную жидкость надо долить. Она мне не верит. Ой, знаю я твои жидкости, а тебя этой жидкостью каждую субботу несет. Да ты не разбираешься, Галя. Ой, знаешь, кто из нас еще не разбирается? Сколько вам надо вот времени починить? Я думаю, дня два, не больше. Ну что ж, два дня так два дня. До свидания. Пошли, Коля. Подождите, тут такое дело. Мне напарник очень нужен. Тут серьезная работа, понимаете? Мог бы ваш муж мне помочь? А чё ж не мог бы? Тем более машинка моя, да у меня и опыт, ого-го, какой в этом деле. Так, что без него никак? Ну никак, ну там домкрат надо, там педальку надо жать, чтобы жидкость ходила, ну а как это? Руки нужны, руки. Конечно. Ладно, так, Коля, помоги, только смотри мне. Не дай бог услышать. А ну что ты, родной? Ночевать на улице будешь. Да, а мой напарник Ромка выйдет с больничного, я сразу мужа вашего верну, сразу. Ладно, до свидания. Смотри мне. Ух, меня Галька, ух, я вернусь. Коля, да. Ну что, начнем с тормозной жидкости, а? Тогда с меня, опа, домкрат. О, а я-то в тебе сразу разглядел опытного автомобилиста. 20 лет в гараже, это не хухры-мухры. За встречу. Слушай, ну нам одной бутылки тормозухи не хватит. Так это, тут же совсем рядышком круглосуточный этот автомагазин. Вот, уволю Ромку, уволю. Мне такой напарник, как ты, нужен. Душевный. Без души пить нельзя. Нельзя. Скажите, а родительские собрания у вас также проходят? Да. Скажите, а можно к вам еще ребенка 4 лет отдать, чтобы меня еще и за дочь вызывали? Да. Хотя ради такого можно и усыновить, чтоб по возрасту подходил. Подождите.
Надежда Константиновна, заходите. Извините. Ну что, вы закончили? Да. Что происходит? Я насобирал, Надежда Константиновна, фонд школы. Ага. Ах, вот зачем этот цирк тут устроили. Конечно. У вас же не было времени за 5 лет сдать на нужды школы. А вот видите, денежки наши. Угу. Это на шторы, это на учебники, это на наглядные пособия. Угу. Я могу идти? Конечно. Можете быть свободны. А мы сейчас будем расплачиваться за ремонт. Давайте я вам лучше деньгами отдам. Поздно. Нет, не поздно. Вот, смотрите, есть деньги. Нет, мало. Уже проценты накопились. Я сейчас в банкомат и принесу. Сходишь в банкомат, если сможешь, конечно, потом. Помогите! Не кричи, у меня тут хорошая звукоизоляция. Мамочка! Можешь меня и так называть. Доброго дня, сержант Ступок. А причина остановки? Скоростное превышение скорости. 160 ты гнала только что. А вот это неправда. Я летел со скоростью 90. Что? Не дочуваю тебя. Тут шумно у нас. 190? Пожалуйста, зараз зроблю тебе 190. О, 190. Так що ти мене тепер накажеш? Ти що? Хай суд тебе наказує. Лишення прав, там всі діла. Ладно, давай домовимось. Давай. А? Мала, докинь ще 200 і можеш відсігнути ремень і шурувати хоч 300 каменече. Так я вже не пристегнута я. На! Подожди, стоп, ты что, буха? Я? Нет! Я чуть-чуть так, для храбрости. Да ты не стыдайся, я тоже бухой. Правда? Прикинь. Ну нормально. Давай 3 штуки и едь себе, нет проблем. 3 штуки? У меня 3 штук нету, вот все же есть. Мала, я хватит? Мне, может, и хватит. А ну, напарник у меня, ох, злющий. Вот этому надо добавить. Ну, правда, вот, нет. Малая, если всей суммы нема, то давай это, в рассрочку штраф сделаем. Или можешь на приват мне кинуть. Прямо сейчас, давай, твои дани, давай мне. Ой, себе мои дани. Пре. Преса. Что за имя такое? Преса. А преса, тю! Чур меня! Ты что? А что? Подожди. А то что, камера? Подожди. О, ты что, снимала? Ну все, снято. Работаем? Только что, прямо на ваших глазах, мы вывели на чистую воду настоящего взяточника. 3000 гривен. Вот цена человеческой жизни. Ведь именно за такую сумму можно ехать в нетрезвом состоянии и с большой скоростью. Как мы видим, сам представитель ГАИ находится в нетрезвом состоянии. Поэтому он неадекватен и агрессивен. Я тебе перед домом насру. Что вы хотели сказать? Я хотел сказать, выключай эту камеру. Не надо вон это все. А что, как же мы договоримся? Ты давай выключи и договоримся. Выключай. Я тебе зараз. О! Я тебе даю 400 гривен. Все, давай вытираю, то там все. 400 гривен? Что, мало? Естественно. Фу-фу. Все, я тебе даю все гроши, что у меня есть. И давай вытирай то. Ты вернул мне мои деньги. А договариваться как будем? А ты хваткая сучка. Я тебя понял. На, хватит? Нет, ну, мне-то хватит. А вот моему напарнику вряд ли. Нет, ну если у вас нет всей суммы наличкой, то можете на карточку, на приват. Не, у меня там на привате сейчас
оформлен депозит. Давай все-таки наличкой. Таки, давай, вытирай то все. Ну, это уже другой людям. Разговор. Давай, давай, давай. Во, во, та карточку, да. Да-да-да-да-да-да. И больше не нарушайте. Ясно? Спасибо. Спасибо еще раз. Все, Коль, поехали. Все. На следующий пост. Счастливого пути!